Ребятушки, доброе утречко, доброго денечка или доброго вечера. У нас сейчас воскресенье, 1 ноября, раным-рано утро, только-только просветлело, можно сказать. Я для вас записала видео, посмотреть немножко город. Здесь, нашу Баварию, пока есть возможность. Потому что, возможно, пойдут дожди или снег уже. Не будет так ясно, видно. Да, и вообще у немцев здесь такой закон, здесь нельзя снимать или фотографировать лица людей. То, думаю, они на меня еще могут подать в суд. Ну, вот такие вот немцы. Поэтому я встала рано-рано утречком. В воскресенье, как правило, немцы спят. Они очень долго спят. Ну, конечно, я не могу о всех людях сказать, но, как правило, когда выходишь, никого нет. Но я была очень удивлена. Все-таки были машины, люди. Да, они по воскресеньям здесь закрыты магазины, но булочные открыты. Поэтому, да, рано-рано, 6 утра, они здесь все за булками стоят в очереди. Я на горе сейчас нахожусь. Вид на город, на центр, вдали Альпы. Красота неописуемая, ребята. Просто ловлю моменты, наслаждаюсь этой красотой. Сейчас я уже сделала свою зарядку. Пойду дальше в горы. О, кстати, вдали там видно даже этот воздушный шар огромный. Вау! Вчера у нас была классная погода, тепло, последний день октября, и вроде бы как прогноз погоды нам обещает еще немножко продлить эту теплоту. Какие мои мысли на сегодня, ребят? Время, оно просто ускользает, просто летит, хотя вроде бы я... Ну, мне там не 90 лет, не 100 лет, чтобы так размышлять. Я себя считаю молодой, да, я молодая. Но время действительно так летит. Не прожигайте его впустую, не убивайте свое время, сколько бы вам ни было лет. Я не считаю, что я повидала много за свою жизнь. Я хочу намного больше повидать. Я родилась, да, в Средней Азии. Потом мы переехали в Россию жить. Ну да, родилась среди мусульман. Знаю, у меня много друзей, да, мусульман. Знаю мусульманскую культуру хорошо. Ну, в России там немножко, ну, хотя да, все-таки менталитет везде отличается, да, но все же, так сказать, в одном направлении, да. Здесь Европа немножечко уже какой-то момент тоже уже совсем другой менталитет, другие ценности. Да, я не могу сказать, где хорошо, где плохо, да. Я могу сказать так, что везде есть свои плюсы и минусы. И, ну да, опять же повторюсь, не так много я... Ну да, окей, я была там на разных континентах, да, стран повидала, но нигде нет рая на земле. Вот, поэтому, ребят, ну опять же... Немножко, может быть, другую тему в плане путешествий. Просто, ребята, не прожигайте свою жизнь ни на что, не убивайте свое время на какие-то, не знаю, игры, компьютерные игры, на какую-то бесполезную, не знаю, болтовню ни о чем. Ах, окей, вдали видно, кстати, этот шар, он поднимается. Здесь вот покажу вам, где у меня здесь. Мой палец не видно. Вот там вот прям точечка, точечка. Поднимается он, воздушный шар.
В мире реально столько всего интересного. Разные люди, разные культуры. Просто такая потрясающая природа. Это общаешься с людьми, всегда что-то новое узнаешь. Ребята, встречайтесь с интересными людьми, развивайтесь, просто продвигайтесь вперед. Просто столько всего, что, ну, так хочется это увидеть, потрогать, познать, разузнать, пообщаться. Не прожигайте эту жизнь пустую, она и так очень коротка. Цените каждый момент. Я сейчас стою на этой горе. И наслаждаюсь Альпами. Это просто такая красота. Это неописуемая красота. Вот, хочу, чтобы вы тоже понаслаждались. Пусть на видео. Всем хорошей недели, хорошего, отличного, потрясающего дня. Пока-пока!